Добрий вечір, дорогі телеглядачі. Ви дивитесь телеканал «Лот» в ефірі «Тема дня». Сьогодні у нас у студії Олена Нестоцька, дитячий інфекціоніст Сєвєродонецької багатопрофільної лікарні. Олена, добрий вечір. Добрий вечір. Хотілося поговорити про зараз вкрай актуальну, важливу тему – це щеплення. Зараз, коли вже розпочався новий навчальний рік, вже є першачки, є дітки, які першого разу прийшли до садочку, або вже другий, третій клас. Що варто знати батькам і з якими щепленнями вже мають прийти до школы, до дитячего садочка, до ты? Во-первых, я хотела вас поблагодарить за то, что вы меня пригласили в студию, и за то, что вы подняли столь актуальную тему вакцинации. В Украине наши дети должны быть защищены от 10 серьезных инфекционных заболеваний. Это от туберкулеза, от дифтерии, столбняка, полиомиелита, гемофильной инфекции, вирусного гепатита Б, корь, паротит, краснуха. Когда ребенок идет в детский сад, он уже должен иметь определенный комплекс прививок, который защищает его от основных этих заболеваний. Когда ребенок идет в школу, он в 6 лет получает ревакцинацию уже против дифтерии, столбняка, полиомиелита, кори, паротита, краснуха. Зачем нужна эта ревакцинация? Со временем иммунитет снижается, чтобы поддерживать его на достаточном нужном уровне, необходимо через какой-то период времени проводить дополнительное введение дозы. Якщо його не робити, а просто втрачається сенс самої першого щеплення, чи просто не таке воно буде ефективне? Оно может быть недостаточно эффективным, и со временем просто снижается количество защиты, и ее необходимо поддержать дополнительным введением дозы. Зараз чому це актуально? І от ми зараз говоримо під час навчального року, коли діти активно контактують так одне з одним, а більше шансів захворіти, якщо у когось дітей немає щеплення або воно немає ревакцинації цієї. Я думаю, що всі слышали, що в Україні йде повишена заболіваємость корю. Наибольшее количество случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской области, Одесской области, Тернопольской области. А вообще корь зарегистрирована в 17 областях в Украине. И в Одесской области есть два смертельных случая смерти детей от осложнений кори. Корь – это серьезное инфекционное заболевание. Оно очень заразное. Передается воздушно-капельным путем при разговоре, кашле, чихании. Что значит очень заразное? Если взять 10 человек, которые не привиты и не болели корью, и они проконтактируют с больным корью, то 9-10 из них заболеют. То есть практически 100% заразность. Даже если они побывают в том помещении, где в течение 2 часа назад находился больной корью, то 9 из этих 10 заболеют. И опасна корь тем, что больной становится заразным еще за 4 дня до появления у него первых жалоб. То есть он еще не знает, что он болен, но он активно распространяет инфекцию и может заражать окружающих, которые не привиты и не болели. Есть коклюш. Коклюш – это тяжелое заболевание инфекционное, оно особо опасно для детей первых 5 лет, потому что у них оно протекает наиболее тяжело, и возможно поражение головного мозга, развитие пневмонии, лечится очень сложно и высокий процент летальности. Коклюш есть, часто болеют взрослые в стертой форме, они просто долго кашляют. Но они могут, один больной коклюш, он даже стертая форма, может заразить 17 людей вокруг себя, которые не болели и не были привиты. И очень... Вчитель, який просто там кашляє на уроці, може передати захворювання дітям, або буде садочку там няні, яка не знає, що хворіє, і дитина не має щеплення, може захворити уся група? Да. Если они не привиты и если они не болели корью, да, могут заболеть. В странах, в некоторых, есть такое понятие, как стратегия кокона. Когда в семье планируется рождение ребенка, защищают всех от коклюша, то есть всех потенциальных источников инфекции. Обязательно прививают беременную женщину. Да, во время беременности ее прививают, ну, в зависимости от страны, на разных сроках беременности, от коклюша. Обязательно прививают медицинских работников, которые контактируют с младшими детьми, с маленькими детьми, особенно первых 6 месяцев жизни. И всех членов семьи, которые будут непосредственно контактировать с этим ребенком. Почему так важно всех привить? Потому что ребенок рождается, если мать не привита и не болела коклюша, без иммунитета к этому заболеванию. А первая прививка против коклюша делается в 2 месяца, затем в 4, 6 и 18 месяцев ревакцинации. Поэтому до 6 месяцев ребенок не защищен. А именно у этих детей протекает тяжело и возможны летальные исходы.
Якщо вагітну жінку зробили щеплення, то тоді у дитини можна пізніше робити? Чи все одно теж ті ж самі дати? 2 місяці, 6? Якщо ми прививаємо беременну жінку, вона просто внутріутробно ребенку передає защиту, антитіла против коклюша. И ребенок, ну, эти антитела в крови у ребенка примерно до 6 месяцев. Если мы начинаем прививать вовремя, в 2, в 4 и в 6, то к тому моменту, когда материнские антитела уходят, у ребенка уже имеются собственные антитела, и ребенок защищен. Також от ви згадали про захворювання, от 10 обов'язкових, так, в 2 згадали, які вже є. Зазвичай, ну, багато батьків так ставляться, що якісь захворювання, які колись були, але зараз вони вже не актуальні, тому, ну, і не варто робити щеплення, бо, ну, вже ніхто і не хворіє цими захворюваннями. На от прикладі от цих 2 випадків, так, коли вже зареєстровані, можливо, їх і більше, так, які вже є. Я думаю, що є багато случаїв, які протікають стерто, безсимптомно. Поэтому я думаю, гораздо больше. Тут не варто все ж таки нехтувати тим. Якщо не робили в пологовому будинку, так, щеплення, а от перед дитячим садочком, або сказали, що потрібно робити, або просто батьки вирішили зробити, чи можна якось зробити все те, що не встигли до, от перед дитячим садочком? Можно и нужно. В любой момент, если родители решили защищать своего ребенка, они должны обратиться к своему доктору и оговорить все моменты, все вопросы, которые их интересуют. Вакцинация проводится по определенной схеме. Например, если это вакцинация против дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита, то необходимо введение 4 доз. И существуют минимальные интервалы между первой, второй, второй, третьей, третьей, четвертой. Если взять вирусный гепатит B, то нужно 3 дозы. Для каждой вакцины определенное количество доз. Поэтому обращайтесь к своим врачам, мы поможем, мы расскажем. И я еще хотела сказать, что чем меньше ребенок, тем ребенок легче переносит вакцинацию. Реже встречаются какие-то неприятные побочные реакции в виде температуры, покраснения, боли в месте введения. Хотя некоторые родители считают, что ребенок маленький, нужно его пожалеть, подождать, пока он вырастет. Нет, ждать не нужно. Интервалы и возраст придуман не зря. Этот возраст оптимальный. Именно в этом возрасте достаточная защита вырабатывается, и когда ребенок уже идет в песочницу играть, когда он идет в сад, он защищен. Если вы начинаете прививать позже, то ребенок рискует заболеть такими тяжелыми инфекциями раньше, до того момента, когда он будет привит. Например, я думаю, все слышали случаи заболевания детей столбняком. Последний был смертельный случай в Сумах. Ребенок 5 лет, он не был привит против столбняка. Он погиб, потому что лечение, оно не всегда эффективно, и смертность при столбняке очень высокая, может погибнуть 7 из 10 больных детей. Зараз дуже важливе запитання. Чи вистачає вакцин на усі ці захворювання? На настоящий момент вакцины есть все, остается только небольшое количество инактивированного полиомиелита. Тот полиомиелит – это вакцина, которая используется для введения первых 2 доз против полиомиелита. Вводится вначале инактивированная, а затем живая капельки в рот. Но этой вакцины дефицит на мировом рынке. На данный момент еще есть, поэтому, пожалуйста, приходите и защищайте своих детей. А наскільки за часом її може вистачити? Там 2-3 місяці, ну, чи більше термін? Смотря як активно будуть йти, якщо будуть йти активно прививатися, то може бути на місяць. Зараз більше у батьків розуміння важливості вакцинації, того, що потрібно все ж таки її робити, і от чим молодша дитина, тим краще? Ні, к сожалению, не завжди так. Многие боятся, потому что много информации негативной, неправдивой. Родители не знают, где брать правдивую информацию. Когда у тебя нет информации, ты начинаешь придумывать что-то, где-то слушать, и не всегда то, что ты слышишь, так оно есть на самом деле. Поэтому многие отказываются от вакцинации, и дети наши остаются незащищенными. Дуже часто от відмовляються, тому що там десь щось почули, прочитали, що якісь випадки були там, чи то летальні, чи то якісь ускладнення в Луганській області. Чи були випадки ускладнення після от щеплень у дітей? Ні,
не было, не зарегистрированы. Побочные реакции в виде повышения температуры, болезненности в месте введения, припухлости, покраснения. Да, это есть, но это нормальная реакция. Это говорит о том, что организм реагирует на введение вакцины и вырабатывается защита. Когда такой реакции нет, это не значит, что иммунитет не работает. Работает, но это все зависит от организма, от переносимости. Эти реакции нормальные. Поэтому не бойтесь, просто нужно с участковым своим доктором оговорить эти все моменты, как правильно себя вести, на что обращать внимание и когда нужно обратиться за медицинской помощью. Эти все неприятности, они проходят в течение 2-3 дней, зато потом ребенок будет защищен и здоров. 2-3 дні – це для кожного там десь почервоніння, десь температура, все це за 2-3 дні має пройти. Якщо ні, тоді вже варто вбити тривогу, телефонувати лікарю і вже якісь засоби вживати, так? Если дольше, то лучше, конечно, проконсультироваться со своим врачом, или же если в 2-3 дня температура высокая или выраженная болезненность, лучше проконсультироваться с врачом. Но температура после прививки не всегда связана с вакцинацией. После вакцинации не значит вследствие нее. Если ребенок проконтактировал с каким-либо инфекционным больным в течение последних 7 дней перед вакцинацией, он может заболеть в поствакцинальном периоде любой инфекцией. Поэтому лучше всего проконсультироваться с врачом, чтобы врач сказал, или это заболевание, или это просто реакция на прививку, что делать, и если реакция, она пройдет. А варто сбивать температуру? Ну, как зазвичай, там, хотя бы невеличка, 37,3, и одразу какие-то таблетки, чи пигулки, что-то, чтобы сбить температуру? Нет, стоит обращать внимание на самочувствие ребенка. Если даже у ребенка температура 38,8, но он активный, он розовый, он бегает, он пьет, помещение должно быть влажно, прохладно, ребенок должен пить достаточное количество жидкости, и ничего с этим делать не нужно. А от якщо підійшов вже час щеплення, можуть батьки відмовитися? Чи є якісь лікарські протипоказання, так, і що до них відноситься, коли також не можуть, можливо, саме у цей період або саме цій дитині робити щеплення? Є медичні протипоказання, є общі протипоказання ко всім вакцинам і непосредственно к определенным вакцинам. Но эти противопоказания, их настолько мало, и они настолько серьезные, очень часто у нас принимают необыкновенные хронические заболевания или легкую простуду как противопоказания. Нет. Противопоказание – это анафилактическая реакция в виде шока, отека квинки, крапивницы на какой-либо компонент вакцины или же на введение предыдущей дозы. Но на компонент вакцины такая реакция встречается крайне редко. В основном это один случай на 2-2,5 миллиона привитых. Если взять то, как наши дети, наши взрослые принимают бесконтрольно лекарственные средства, то риск возникновения каких-то серьезных аллергических реакций на эти лекарства гораздо выше, чем на вакцину. В нашей стране не делают прививки, если ребенок болен острым инфекционным заболеванием или же имеется обострение хронического заболевания. Хотя по рекомендациям ВОЗ, и многие страны так и работают, что легкая и средняя тяжесть инфекционное заболевание не является противопоказанием к вакцинации, даже температура до 38,5. Боятся, что вакцина что-то плохо сделает с организмом. Нет, она ничего плохо не сделает. Просто когда имеется тяжелое заболевание, вакцина просто может не сработать. Мы будем считать, что ребенок привит или взрослый привит, она просто не сработает, только с этой целью. И живые вакцины не показаны людям, у которых есть проблемы с иммунитетом. Проблемы с иммунитетом – это не частые сопли, не частые простудные заболевания каждый месяц. Нет, это ВИЧ-инфекция. Это злокачественные заболевания, которые лечатся химиотерапией или препаратами, которые снижают иммунитет. Живые вакцины не рекомендованы для введения беременным женщинам. Ви згадали про вагітність, ми вже згадували про одну вакцину, яку можна робити вагітним. В цілому є вакцини, які є допустимі при вагітності, можливо, навіть недопустимі, а варто зробити, якщо їх не було, чи ревакцинувати. Беременным не рекомендовано введение живых вакцин, хотя не было доказано связи развития каких-либо пороков плода после введения, но не рекомендовано, потому что все-таки живая вакцина. Все инактивированные вакцины необходимо вводить беременным. Беременные – это приоритет по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения для вакцинации против гриппа. Почему? Потому что, я думаю, многие слышали, что во время подъема заболеваемости гриппом беременные погибали от гриппа, если они не были привиты. Поэтому очень важно, если вы планируете беременность или вы уже беременны,
позаботиться о себе и защититься, сделать прививку против гриппа. Или же вы будете в этот период уже после родов, все равно этот опасный период, когда возможно развитие осложнений вплоть до летального исхода, поэтому беременным все должны быть привиты от гриппа. На будь-якому сроці, ну тут не важливо, там, чи це перший триместр, чи вже там майже пологи, будь-коли можна робити. Нет, если та вакцина інактивірована, противобеременность, не противопоказание, а показание для вакцинации против гриппа. Про грип ми ще поговоримо, ще от останнє запитання про щеплення перед там, дитячим садочком, перед школою. А зараз в Луганській області також дуже багато внутрішньопереміщених осіб. Не завжди в них з собою є медичні картки, чи якісь документи, які б засвідчували, що у дитини є те чи інше щеплення, так, що вони його вже робили. Не завжди і батьки пам'ятають, так, коли саме і чи робили взагалі такі щеплення, чи робили ревакцинацію, ну, то такі моменти. А з цієї ситуації як виходять? У нас много таких детей, которые из таких семей, ну, практически у всех есть документы. Единицы, которые без документов. Если документов нет и нет возможности их предоставить, мы считаем, что такой ребенок не привитой, мы начинаем все прививки делать ему с самого начала. Вреда никакого не будет. Будет плохо то, что мы будем надеяться, что он привит, а он не привит, и он встретится с больным корью и заболеет. Или он поранится об куст или играя в песочнице, и заболеет столбняком. Такие дети должны прививаться. Це також буде безкоштовно. Всі, якщо навіть повторно, так. Все одно все безкоштовно, батьки не платять за це. У нас государство обеспечивает бесплатную защиту от 10 инфекционных заболеваний, которые я сказала. Есть еще такое понятие, как календарь прививок по состоянию здоровья. Есть дети, которые и взрослые, которые имеют какую-либо хроническую патологию, например, хронические заболевания почек, сердца, легких, они должны дополнительно ежегодно прививаться против гриппа. Определенные категории должны прививаться против вирусного гепатита А, против пневмококковой инфекции, менингококковой инфекции. Это группа риска. У них эти заболевания могут протекать тяжело и с летальными исходами. Вот эти вакцины государство не обеспечивает, поэтому родители приобретают за собственные средства. Якщо є показання, якщо є бажання. І про дуже зараз актуальну тему перед зимою, так, про гриби вже згадали, вакцини для вагітних, в цілому хотілося про це поговорити, враховуючи той факт, що от в медичних закладах Києва готуються до появи нового збудника грипу та очікують зростання кількості хворих. А за даними Міністерства охорони здоров'я, в саме цьому сезоні захворюваності в Україні очікують три штами грипу – це Гонконг, Бріспен і новий для українців – Мічиган. От ці всі штами грипу, які кожного року нові, кожного року там лякають, хтось лякається, хтось ні. А чого від них очікувати і що це означає? Вірус грипу, він сам по собі змінчив. Поэтому каждый год к нам приходит немножечко новый вирус. Когда эти изменения значительные, то приходит совершенно новый вирус, как, например, был свиной грипп. Получить защиту против гриппа можно только двумя способами. Это вакцинация или переболеть. Других способов нет. Поэтому население будет болеть в таком количестве, в каком оно имеет иммунитет. Если привьется большая часть, значит болеть будут меньше. Если люди прививаться не будут, болеть будут больше с осложнениями, с, возможно, летальными исходами. Ну, от зараз, принаймні по Києві, прогнозують зростання кількості хворих на 14%. А саме враховують низький відсоток охоплення вакцинацією людей. В Луганській області зараз також небагато людей роблять собі вакцинацію від грипу. Да, небольшой процент, но в прошлом году уже было много желающих привиться, но не было достаточного количества вакцин, ее был дефицит по всей Украине. Поэтому кто успел, кто смог, тот привился. Мы будем надеяться, что в этом году к нам везут большее количество вакцин, и все желающие смогут привиться. А чим ця вакцина може допомогти? Це там гарантія, що людина не захворіє? А чи просто дещо легше вона буде переносити? Що вона може гарантувати людині? Це залежить від кожного організму. Но вакцинация – это гарантия того, что даже если человек заболеет, он перенесет заболевание легко, без осложнений. И в Украине, в мире не зарегистрировано ни одного случая смерти от гриппа у вакцинированных людей. Все, кто погибали от гриппа, не были вакцинированы. Я думаю, это достаточный аргумент.
Такий ще аргумент є, це ціна. Це не безкоштовна, це вже ну, дещо з іншого от розряду. Скільки вона, ну, чи можна спрогнозувати, скільки вона буде коштувати, чи, можливо, там, скільки в минулому році вона коштувала? В прошлом году это было около 200 гривен, но я считаю, это не такая высокая цена, потому что лечение от гриппа, оно дорогостоящее. Препаратов от гриппа всего лишь мало, это озельтамивир и зонамивир. Все остальные препараты, которые назначаются для лечения гриппа, в основном они не имеют доказательной базы и непосредственно на вирус гриппа они не действуют. То есть люди будут выбрасывать гораздо большие суммы на лечение, на питание. Проще сделать вакцинацию, сохранить свое здоровье и свои деньги. Ну і не дай Боже потім на ускладнення, адже ну, знають всі, що після грипу часто бувають ускладнення, і у дітей також. Да, антибактеріальна терапія дуже дорога, інфузіонна терапія теж не дешева, тому матеріальні втрати не оправдані. Дітей також можна прививати? І з якого віку? От проти грипу? Прививать можно, обязательно нужно прививать, это группа риска хронические, беременные, маленькие дети. Прививать можно с 6-месячного возраста и прививать, и прививать, и прививать. Кожного року це можна робити, чи там два рази на рік, чи коли епідемія, ну, тобто яка є щільність? Вірус грипу дуже змінчив, і кожен рік к нам приходить немножечко новий вірус. Поэтому вакцина каждый год новая, и она защищает от гриппа только ну, от тех штаммов гриппа, которые будут циркулировать в этом сезоне. Поэтому вакцинироваться нужно каждый год. Де брати цю вакцину? Вона є в лікарні. Чи її треба десь купувати, замовляти, якщо ну, може бути і дефіцит її? Не всі аптеки мають право заниматься продажей вакцин, только те, которые имеют лицензию, потому что это вакцина. Для ее транспортировки, хранения и необходимо соблюдение температурного режима. По всем вопросам я бы советовала обращаться к своему участковому врачу. Он вам расскажет, подскажет, показана, не показана вам вакцинация, где взять вакцину, выдаст рецепт и можна буде привітися. Якщо десь неправильно її зберігали, там температура чи ще щось, які можуть бути наслідки? Ну, це вона може бути все ж таки для життя навіть небезпечною? Чи як впливає от, терміни, можливо, її зберігання, температура зберігання, транспортування на її якість? Медики знают, а многие родители полагают, что нарушение температурного режима приведет к каким-либо серьезным осложнениям после введения вакцины. Нет, чаще всего это нарушается ее иммуногенность, то есть она не сработает. Мы введем ее, но защиту она не вызовет. Температурный режим влияет на эффективность вакцинации. Коли можна очікувати на її появу? Тобто зараз її поки немає, тобто зараз поки там бігти до терапевта зарано, бо нема вакцини. Коли вона ну, хоча б має з'явитися попередньо, чи є якісь дані? Там, це має бути жовтий, листопад, чи може пізніше? В тому году ми її встретили поздно, в ноябрі, в декабрі. Надіємося, що в цьому году, в октябрі, вона повинна з'явитися в аптечній сіті. Тут є важливо там країна, яка її виробляє, чи виробник. Ну я от як от була така тема так для обговорення, що от, там з Індії це погані вакцини, не можна їх купувати, не можна давати дітям. З інших країн ну, також були схожі випадки. Там про багато країн так казали. Я хочу сказать, что качество вакцин контролируется настолько серьезно, как ни одно лекарственное средство. 70% производства вакцины – это контроль качества. И то, что попадает к нам на рынок, или это бюджетные поставки, или это коммерческие поставки, это все вакцины качественные. Они имеют преквалификацию ВОЗ, а это гарантия качества, эффективности и безопасности. Страна-производитель здесь не важна. Все перевіряють, можна бути спокійними, йти до лікаря, але ну, тут важливо зазначити, головне – проконсультуватися з терапевтом, з лікарем, аби не було ускладнень і все ж таки так, ні, у вас противопоказання. Да. Дякуємо, що сьогодні завітали до нашої студії. Дуже важливу тему сьогодні ми підняли. Я думаю, на всі запитання ми відповіли, які виникають у батьків, так і вже у підлітків. Дякуємо за те, що відповіли на всі наші запитання.
Я нагадаю нашим телеглядачам, що сьогодні у студії у нас була Олена Нестоцька, дитячий інфекціоніст Сєвєродонецької багатопрофільної лікарні. Для вас у студії працювала Олеся Вакуленко. Ми побачимося вже у наступних випусках.